Сақа омуға үс түрттәк түрділәк дирәйіп болақ бұдына, олады әллей, омуғой, қоро. Үйден күрдіққа тұймады қошыту әркелен үйен олық сөй бұдтар. Өз көтін бігі әллей түрттәрі тұймады қошытуын, қотуттүн бағаланы олар бұдді болақ бұдына. Бұ омуғой көтір әбәстәк сайсыры көлінен бұ білген қатас сергер олар бұдтар еден әтәбет қоролар көтірі. Қомойық үйін бағарақ, өрсік, қоро, нәйліктерін тұғынан анал үйретті кенеге научных статьялар әрі бағалар, кенегелер анал үйреттілер суықтырын кереді. Бір емет статья бар, бұл чолан Виктор Михайлович Диаконов статьяты бар, ағаяқ бұға қолан қылғы статьялар бағалар, оны білген қолары интернеттар ең көрдіққа үшіге үйреттіні, оны бұға қолан маңның әтедені бұланылар ұстық. Оны хебестен бу биге капси турабут. Бу көрдөк бүтүнө кора сиригер келен туруп болду кудай дөн көрдөккө кинлер олур бут өтөктөрү кинлер көмүлү бүтүн уктара бүтүн үйтө тутулууда бара турат. Багарак кенеми өрсүк кенеми. Бу картаны көрдөккө тынча көсүз тогон алтыга картаны көрдөккө. Бу бүтүн үйтө туймада согуру өтөттөнүн аттыбыт. Банды көрдөккө болгону хамылыкан багарак сири болот. Онтон өрсүк оны қора сілдері, бұ бейі тұра сілбет бұманан бар, жүкөзгі көріп бұдыры. Тыңча 996 алдағы карттаға маңыға ұйылына әджер, бұ бүтін нөйті білген қатас сірі олып тұрар. Бұтты бұланы жүкөзгі сірге баран тұрар. Өссі бен әттіққа, бағарақ сірі, өрсүк сірі, қора сірі, бүйіс бүтін нөйт жағанай ұл, үлі тұттар, алған анаан барды білігіктерін тұрар. Кейін уақыттары әмие. Бұ, омас көрдіққа, мен сана бар. Бігі бітігік арағы көріңі болуық бұд, кендер ұңғықтырын, онына олар бүсілдерін көрір. Кәлін бігі кәнді біліктен бүтін өте ұчастықтар болыңдар, объекттар болыңдар, арағы бұрысты кеге ғиджара тоқтыру болуыды. Ол үйін бұ кәмінерге бігі конференция олын үш өнендері күттіғындарын туы қордан қал бұтын бардын қырыстан ағалар, ұлық бұтын бағыра бұд. Оны көрдіғі бұ бігі өбігелер бұд олар бүсілдері. Әллей, омуғой, қора, әлбәқті кәпсәмметтір. Ол үйін бігі номықтырға әтілі бейді кәпсәмет кәпсәнер бейді, еті тұғындар қан нүкітір хебәсі кәпсәнер бейді. Бұл сердерге барыда ол бұды. Манына білген көрі ол мантан тәйікші ол серге қоры үріға дейін бар. Білей манына Шестоков көлі дейін бар, серінен бүтін үйті қоролдар олар бұдтыры. Оны кәпсәмет бігі кең арыңаға тағарар тұстақ бұды. Бігі білген Покровский тракт, он 1-2 километрге тұрабыз. Бұл ұрыққыта болғана қоры нәйлеге. Әбет. Бұлыр 19 үйе қолы бұра. Бұл нәйлек ұрыққыта қағалас, онтан арға қағалас ұлыс хастауы бар. Кері ғыд деп әбет. Қоры ден тыл, қоры ден этноним. Саха культура тігер, саха этнография тігер, кегнік білдер термин. Тобі білдер бі күрдік бұлығы шәйнеттер кепшілерінен қоролор өпсенен ұлу қоро ден ахан ұротын түріттәвет әме омағой әлі аға тағымнақ сақын ұротын түріттәтшетінен білдер. Тобі бары білер бі күрдік, особенно бұл Каджас көліне жоны. Улу хоро оғу мейнен қантанары илін өттіттен айыннан келбітте. Ол айыннан неген амма, таатта, аллан өріқтірі туара өте өте. Онна бұл де сақайырын кейін сендерге кәлен, туймады қошыдығыр кәлен ол сұй бұты де. Ол айыннан неген сирбе оны көрбіт, онна сендер аттыры неме таба болан аттан. Келбітте, әме оның тұғық намақ бұғытынан білдері бейді. Олығын бұл кәнеттен де бұл сақайырығыр әлбәқтік қора аты білдер бұл бұл. Қолуыры бұл бұғығыр, бұл жүк ұскеттен чүгістің хирігер қора ден аттақ нәйлек бар бұл бұл бұл. Нұчы документтарын көрдіққі аммаңнай қора ата түгінші 76 сылларға білдер бұл бұл бұл. Оты бігі білербік күрдік түгінші 761 жылдаққа
расширенный талант, ус ревизия, перепис материалов, ребят. Хородина так болась, все тут то килях было да. Я сагу тюлевит, джоннагавит, от чолорга. Оконнитен, ты че хотя ус, а он бир, а он килдар даха, кратик, а ях, хильбачу тут че кинен эльбевит, ими. Хоринская волость ден аттанар был бы теми, ведь дед, билдери ведь. Оконнитен, я вон тоқсус уяға уже әлбәқтік, уже қорына хелек ден аттанар был бы теми. Холубыра тыгынша ағыз сүйіз сүйірбе, түйер сүйірбе, бес сылдардаққа бұл нехелек старасталан бы теми. Ол ата тоқ нехелеге халайыр түбілінге үйдібілінен бағылық болады. Оның бағылықтақ фамилия-то имеет старостин деневит, имеет деневит. Ол старостин была она еще и кикумели хачулях, у человека чечинылар ден, старшина ден, нучетылыттан, вескевит тух дуғына спарывит. Он нук ики чечинылар дағывит. Вот. Джон Ахсан имеет хин улаппыт, ики юстен таха есагы тюлю джондурдах болбыт. Он даже бу кендеттен де бу нехелекке кирер сираттыра мандык аттар сирдер кирбиттерден эме билдер болбут эбит. Ол эгер холовур бу Шестуковка үрехтен бар болбут. Онын агыта атында көлдер баалар эбит. Онтон боллагына 1904 тутугур хаңылас улугун арахсыыта болбут. Илин уна арга хаңылас ден аттанар болбут. Третий икки хаңылас улугун иккен ары. Вот. А хоры нехилеге боллана бу арга хаңласка кирер болбут эбит. Онтон же 1900 үе бүтүүтө 1500 үе салынытыр боллана хоры нехилеге эми бар эбит. Вот. 300-тен такы ки аксадына уже нехилени болбут эбит отчолорго. А киндер боллана Богородица таңырдын жетигер биле приходка колбус буттар эбит отчолортон. Вот. Ол эгин ити отчелорга была на метрической записи. Оңрор болбуттар. Оларда ким төрөбүт, ким өлбүт, ким келгенимит туганан информация кирелебит ол метрической сурукторга. Онтон же коюут уже туу хевеске ким хагына эме улурый болбут. Эти 30 жылдарга особенно районнан хагына. Араа ол хагаттан же бу ол хагына курапыт эме, же куску курапыт эме улатын испит. Нехилене дақсаны, территорияда дағыны ұлатын еспет. Ол еген ол кандиттен де бұл нехилек бол баққа уже қата селенеті бар болбыт. Ол селене болланы, ол көрті күтірі қолбығын еспет, онына қанды кәрі кәмінге де уже көрт хеветін хастауыр келбет еспет. Ол қағаттан де қора аты қуық болбыт. Білген бұл қатас нехилеге дағыны, онына қатас селенеті уже тұқтеқ қой. Бұл құрыттың тәріттек деревне бар бұл бұл тұқтеқ қой. Құрылыр тұстырының үйенлері бәқтір, етімен бір үйені көпсетім дейді, ұлы құры тұғынан. Оның атын нұмықтыры көрдіққы туға өт. Құрылыр бұллағына түрдің түрд ойынтын тұрттектір өт. Оның көмей күйістек нұмық бар. Бұл именно құры қағалағда, құры ойынтыр, күйістектір өт. Оның көнді біл. Бар ебит. Эти эргистях было периодин материалын көрдіғы, савин материалын көрдіғы ондығы ебит. Аны тұрын хорулу хаңаден бар ебит. Даже ондық өз номық бар бұл бұд. Хорулу хаңарыма хақалы хаңар ден. Ол ата бұл хақалырттың ұраты, бұрын бұл хақа нұрытын егер бөлік бар ден. Өтті бұл өске ебит ебит болыр. Ондық номықтар барлар ебит. Олеген мен әппетім күрдік бұл омағой, онын әллей, онын бұл ұлу қороден күрдік жонлар да. Бұл сақын ұротын түріттәуі жонлар үстер әбет. Бұл омағойға онын әллейге тәңнәк әбігі әбет, бір ұлақын әбігі әбет ұлу қор әбет. Онды өйді біл бар бұларғы сәйіндерге ұрдік. Ты когда кирилл полыхал, нам я постоянно перебили на хар.
Ол тугунтугунун капшенер ага үйөндөр именно хоролор актылдар үйөндөр болуп тугунун бөлөк болор эч. Ону тугунун капшетеги ми ум болады. Холура эти хамы биллер сеһимми тух болады. Бу туймада хочутугур тух ми короден аттах хорогоннёрден олур бетебит. Ол оннёр болганы күйе, да? Керевит, вот, кем тыгынду, эбетер кини, жоно ол, то үгүшеттүнен, конечно, тыгын бәте, ол хорогоннер кыгын кергенелар гэммет, эбетте. Ол тухынан сэхэннер баллар гэт. Онан хору тухынан үйэннер эдбэхтер. Тыгынды тухынан кэпшенер үйэннер бөлөктөргер ми кейселдер гэт. Мы стоим возле памятников Петра Федоровича Колпашникова и его супруги Анны Трофимовны, по-моему. Значит, вот они в виде таких колонн сделаны, очень красиво вырезаны. Это прямо из песчаника. Такая, видимо, была традиция. Вот могила это с самого начала 20 века, 1901-1904 года. Здесь вот написано полностью эпитафия, вот под сим камнем покоится тело, значит, и народца там, западно-кангаласского, луса, хоринского наслега Петра Федоровича Колпашникова, бывшего старостою и кандидатом, значит, потом и головою 6 лет служил луса западно-кангаласского. Потом здесь перечислены все его награды. Какие он имел медали, вот серебряные, бронзовые, за труды во всеобщей переписи населения всероссийской, вот, ну, Российской империи. Здесь написано, вот, когда у него за именинство, 29 июня, то есть это вот почитают, да, общего. И здесь вот, ну, как бы, все это расписано, характерные символы, вот, такие херувимы, да, вырезаны прямо аккуратно. Вообще, ну, такие вот редко встречаются в виде колонн. Да? Но тут, к сожалению, вот этот, мы на территории погоста находимся, который прямо возле речки Шестаковки. Вот здесь вот мы в 90-х годах, вот эти колонны, они лежали там, наверху. Значит, когда стали тут распродавать участки, я так понял, взяли их манипулятором, выкинули в реку. Короче, потому что они тяжелые. Где-то под 100 килограмм весят. Мы вот с коллегами тут в 2016 году оттуда их выкатили еле-еле вот так вот втроем. И поставили здесь хотя бы. Ну, сейчас вот, слава богу, не трогают их. Так что, ну, они не на своем месте. Сами кости этих людей, они там лежат, могилы, получается. Ну, а сейчас... Это как бы такой памятник, что ли, о Хоринском наследии. Всего 3 погоста известно. Вот мы сейчас на 3-м были, это 2-й. И 1-й вот у нас там под горой, в районе Быран-Анна. Вот мы находимся на землях Хоринского наследия, западно-кангаласского улуса. Это один из 3 подгородних наслегов, которые находились вот в южной части долины Туймада. Здесь вот в 2 местах мы в свое время нашли ютехи, ну, старые вот жилища, где стояли, видимо, юрты хоринских якутов. Они вот примерно вот в этом районе, ну как описывали, там 13 верст на юго-запад от Якутска. Да? Ну, вообще считается, это были потомки Улухоро, который один из 3 великих прародителей якутов. Здесь вот отсюда они уже дальше по всей Якутии распространились, потому что наследие Хоро есть в разных улусах республики нашей. Но основные вот находились здесь. Ну, здесь, на этих вот поселениях, мы обнаруживали берестяные туеса, керамика якутская такая. Ну, это типичная вот уже якутская культура была. И ничем она не отличалась, в принципе,
от других, да, ну, можно так сказать. Хотя считается, что вот по преданиям, да, хоринцы даже говорили на каком-то другом языке. Там считается, что там это отдельный какой-то род был, у них тотем там. Здесь вот еще чем примечательное место, да, первый профессиональный археолог Якутии, Ефим Дмитриевич Стрелов был такой, ну или Стрелов его говорят, да, уроженец сам он Иркутской области был, он был дипломированным археологом, первым в Якутии. И вот он занялся раскопками именно в Хоринском наследии еще до революции. В 1914 году он начал проводить раскопки на так называемой Лысой горе. Вот мы ее видим, она прямо у нас за спиной. Сейчас она совершенно не лысая, заросшая. Но он описывал в своих статьях, что там росла одна большая старая одинокая ель. А сама эта гора была практически лысая, поэтому они ее Лысой горой называли. Он провел там до 20-х годов, проводил раскопки якутского могильника. И опубликовал две работы. Значит, одна была посвящена мужским погребениям и называлась «Лук, стрелы и копье древнего якута по материалам археологии». Была она опубликована в сборнике научно-исследовательского общества «Сахакескеле» в 1927 году. Там он описал, очень хорошо описал именно предметы якутского вооружения, ну и охоты. Это якутский лук. Очень детально он описал строение якутского лука, который, ну это именно вот лук северного типа. Он описал, что он состоит из многих деталей деревянных, при этом разные породы дерева применялись. Это береза и лиственница в основном. Причем это куски такие склеенные, так очень мастеровито сделанные. Потом описал он, какие были наконечники стрел, какие обычно ложились в могилу. Потом, какие были копья, ну или же батас, батыя, да, вот эти вот орудия. Значит, в статье прямо хорошо он это все расписал. А вторая статья у него была посвящена уже женским погребениям. И она называлась «Одежда и украшения якутки в середине 18 века». Опубликовал он ее уже в большом, таком известном, который сейчас есть, журнале «Советская этнография». Ну, сейчас он называется, ну, российская уже, понятно, да? И в 1937 году у него вот вышла эта статья с предисловием академика Владимира Германовича Танбагараза, так? Который очень так положительно оценил ее. Ну, конечно, он там свои некоторые критические замечания, такие дискуссионные моменты отметил. Но, тем не менее, статью эту опубликовали они. И там, чем она примечательна, очень хорошей сохранности была одежда. Значит, это различные, ну, вся вот одежда женщин того времени. Потом вот народный художник Михаил Михайлович Носов, народный художник Якутии, по вот этим материалам сделал репродукции одежды. Они вот в Якутском музее имени Рославского сделали выставку, когда по вот этим материалам. Люди очень сильно заинтересовались, и они прямо удивлялись, потому что в то время уже несколько такая европеизированная была одежда, да, ну, холода, и там вот это все, да, кафтаны такие, да. А именно 18 века вот старая якутская одежда, она отличалась несколько. И уже вот в настоящее время многие ориентируются именно вот на репродукции Носова и пытаются воссоздать вот старинную якутскую одежду по вот этим материалам, которые на самом деле были раскопаны вот здесь, на Лысой горе. Значит, это, то есть, вот такой материал уникальный, они сумели сохранить. Там бисерные вышивки, они их заливали каким-то желатином. Там даже цвета, какие-то аппликации, там все вот это вот сохранилось. Значит, в статьях видно, что там мумифицированные останки были. То есть, это даже уже не скелетированные останки были, а именно мумии. Да. То есть, это говорит о чем? Они глубоко лежали в мерзлоте,
И поэтому такой сохранности археологический материал был. Ну, все вот такие такого рода раскопки, они как бы служат для будущих поколений, что ли. Ну, вообще, как любая наука, да, и вот обогащают культуру, как бы они связь времен стараются вот не потерять, то есть помогают нам не потерять вот эту связь древних времен. А здесь вот, если посмотреть вот сюда, да, находится вот такой большой-большой кырдал, да, это на нем два археологических памятника имеются. Значит, ферма, тут раньше ферма стояла в советское время, молодежная называлась, или Быран Анна, да? Значит, а здесь вот с южной части стоянка эпохи палеометалла и неолита, и с северной части там тоже находится примерно похожий объект, тоже эпохи палеометалла и неолита. Ну и там же имеются якутские поселения Хоринского наслега. Там такие ямы от погребов сохранились. И в лесу там, таком, значит, очень живописном, где озеро, на котором прямо стоит булгунях, вот как на картинах, да, значит, в классическом таком виде, там имеется также Хоринский погост, примерно там 19 века, значит, где хоронили своих жителей. Ну вот здесь, также вот за этим лесом, раньше располагалась местность, где проводили эсэх татарские. Значит, ну, сейчас, к сожалению, там уже все на участке раздали. А так вообще вот очень такая живописная местность, прямо она как-то интересна, да. А вот этот распадок, вот который мы видим вот там, да, там ручей Хоргор стекает, так, и... Что интересно, там практически нет археологических памятников. Вот по моему предположению, да, там какие-то наверняка сакральные места находились, где оюнов хоронили, шаманов, там вот что-то такое, да. То есть мы в свое время там работали со студентами, да, проводили практику, и разные такие мистические какие-то дела с нами происходили там. Я, например, в свое время пытался искать вот этот могильник Лысую гору, да. И все время со мной что-то происходило. То там у меня в болоте завязано, то начинается гроза, такой ливень, меня там чуть с горы не смывало, там до нитки промокал там. В общем, не удавалось мне найти этот могильник, значит, который вот Стреловкова. А потом, когда я его нашел с третьего раза, он оказался в такой глухой чаще, какая там Лысая гора, там просто лес стоит такой плотный-плотный, и невыкопанные, то есть выкопанные ямы вот эти вот, откуда доставали, видимо, они эти колоды, да, при этом там в статьях написано, они, например, в 1915 году выкопали могилу одну, и только в 20-м году ее вскрыли, например, там. Но там, поэтому... Мы там шутили, что, ну вот, может быть, не похороненные эти души, что ли, там могут бродить. Поэтому какие-то такие довольно мистические дела там. Например, мы стояли со студентами, везде идет дождь, а у нас солнце. Или наоборот, одна туча висит над нами и все время поливает, а вокруг везде солнечно. То есть такое весьма интересное место. Ну, видимо, все-таки оно как-то связано вот с этими старыми историями, легендами, с эпосом. То есть это все, конечно, очень интересно. Ну и надо это, конечно, изучать. В долине Туймади жили прародители якутские. Омолойбай, Элейботур и Улухоро. Так? Здесь мы нашли археологические доказательства этого. Значит, что вот в северной части Туймады, на местности Урахы, значит, мы находили керамику кулон-атахской культуры. И вот здесь, вот в землях Хоринского наслега, тут имеется такая на 16-м километре Покровского тракта поселение Орбита 16-й километр, мы его назвали. В 1998-99 годах мы там работали и обнаружили там фрагменты типичной кулун-атахской керамики
сырдыкского этапа, так называемого. То есть это как раз время, когда, возможно, сюда прибыл Улухура. То есть прямые такие свидетельства имеются в археологическом материале. Потом академик Алексей Павлович Окладников, он открыл в 1645 году большую очень стоянку на 25-м километре Покровского тракта. Он ее назвал, ну, писал, это нашел он стоянку на ручье Хороров, как он сказал, да, то есть Хороре, да, получается. И на ней в свое время мы тоже поработали и обнаружили там также фрагмент керамики кулунатахской культуры. То есть это вот прямые такие доказательства того, что здесь могли жить еще там в средневековье, там в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м веках.